15 дней, как я в отъезде, но как идут у нас дела. Все хорошо, прекрасная маркиза. Дела идут, и жизнь легка. Ни одного печального сюрприза. За исключением пустяка. Что так, такое? Ерунда. Пустое дело. Кобыла ваша околела. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Алло, алло, Мартен, ужасный случай. Моя кобыла умерла. Скажите мне, мой верный кучер, как эта смерть произошла? Все хорошо, прекрасная маркиза. Все хорошо, как никогда. Чему скорбеть от глупого сюрприза? Ведь это право, ерунда. С кобылой что? Пустое дело, она с конюшнею сгорела. Что? А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Алло, алло, Паскаль, мути сразу. Какой неслыханный удар. Скажите мне всю правду разом, когда в конюшне был пожар. Все хорошо, прекрасная маркиза. И хороши у нас дела. Но вам судьба, как видно из каприза, еще сюрприз преподнесла. Еще? Сгорел ваш дом с конюшней вместе, когда пылало все поместье. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Прекрасная маркиза, что разорил себя и вас. Не вынес он подобного сюрприза и застрелился в тот же час. Упавший мертвый в печи, он опрокинул две свечи. Попали свечи на ковер и запылал он, как костер. Погода ветреная была, ваш замок выгорел дотла. Огонь усадьбу всю спалил, а с ней конюшню отхватил. Конюшня запертой была, а в ней кобыла умерла. А в остальном прекрасная маркиза. Все хорошо, все хорошо. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Все хорошо, все хорошо.